Всем привет! Сегодня я вам покажу подборку классной, полезной и необычной электроники сайта AliExpress. Если вам что-то понравится и, возможно, пригодится по дому, то напишите в комментариях, какой именно товар вам пришелся по душе. В конце ролика для тех, кто досмотрит его до конца, будет интересный конкурс на 1000 рублей, так что не пропустите. Приятного просмотра! Это отличная лейка для душа с индикатором температуры воды. Работает она без батареек. Если вода холодная, насадка светится синим цветом, теплая – зеленым и горячая – красным. Что немаловажно, у товара нет отрицательных отзывов и он пользуется огромным спросом. Насадка оснащена LED-цифровым дисплеем и удивит вас своим уникальным дизайном. Это универсальная насадка и подойдет на стандартный кран. Изготовлена из пластика и имеет размеры 24,5 на 12,5 см. С такой лейкой принимать душ – одно удовольствие. Автомобильный холодильник. Пригодится вам летом, но лучше заказывать, конечно, ранее. На самом деле это не совсем холодильник. Правильнее назвать данный прибор «автомобильный охладитель и нагреватель», то есть два в одном. Внутри находится конструкция, кабель питания и ремешок, чтобы носить данный холодильник через плечо. Емкость холодильника составляет 7,5 литров. На задней стенке можно выбрать режим работы – охлаждение или нагревание. Показатели, конечно, не как у обычного бытового холодильника, но для транспортировки и хранения уже охлажденных продуктов эта коробка подойдет. Нагревает этот прибор здорово. Примерно через 15 минут температура в этой барокамере около 60 градусов. В зимний период точно пригодится. Мощность его составляет 37 Вт. Поместить в данный холодильник можно 12 банок по 0,33 литра или 6 бутылок по 0,5 или 4 коробки литрового сока. Охлаждается или нагревается внутри металлическая посудина, а толстая пластиковая стенка внутри проложена пенопластом. Конкурс мы сегодня проведем с ребятами из B2B China. Это сервис оптовых закупок в Китае. Компания представляет услуги по поиску, выкупу, проверке и доставке товаров из Китая в Россию, Украину, Беларусь и Казахстан. К ним вы можете обратиться за покупкой любого товара, который хотите из Китая. А в Китае есть все, что захотите. Тем более, если вам интересны оптовые закупки. На их YouTube-канале вы можете узнать о новинках, появляющихся на рынках Китая. Кроме того, ребята рассказывают об особенностях работы с китайскими поставщиками, о том, как быть первым на рынке и заработать на трендовых товарах в краткий срок. Инфа очень интересная и мега полезная, тем более, что они рассказывают все понятно и наглядно. Подробнее о сервисе по ссылкам в описании. Ультразвуковая ванна. Это ультразвуковой очиститель. Наверняка вы впервые слышите об этом устройстве. Если это так, то вам следует знать, что он из себя представляет. Это такая ванночка, которая может очищать грязь и налет с металлов. Например, она достаточно качественно очистит различные ювелирные изделия, а также лезвия, столовые приборы и линзы. Работает очиститель от сети 220 вольт и имеет различные настройки для тех или иных материалов. Если вас заинтересовал данный товар, то ссылку вы найдете, как всегда, под видео. Пистолет для гвоздей. Это очень полезный инструмент в доме, который облегчит ваш ремонт или строительство. Это пистолет, который забивает гвозди и скобы. Теперь больше не придется возиться с тяжелым молотком и гвоздями. Все, что нужно, это подключить его в розетку и зарядить его гвоздями или скобами. Очень удивляет довольно скромная цена данного инструмента, а именно 2000 рублей, что совсем недорого для инструмента, который действительно очень полезен в хозяйстве. Каждому мужчине будет необходим такой инструмент, будь то в большом доме или в квартире. Яйцо-квадрокоптер. Это один из самых маленьких квадрокоптеров, выполненный в виде яйца. Его особенность состоит в том, что его очень легко и удобно переносить. Лопасти складываются в сам корпус и выглядит вся конструкция предельно аккуратно. Помещается он в любую сумочку или просто в руку. Время полета на этом дроне примерно 6 минут. Время зарядки около 45 минут. Имеется пульт управления. Такой дрон – это идеальное решение для начинающих и желающих освоить управление квадрокоптером. Парящая лампочка. Всем любителям магических и интересных вещей наверняка понравится эта левитирующая лампочка. Такая уникальная лампочка горит и при этом издает приятный теплый свет. Она способна парить в воздухе и завораживать. В ней имеется сенсорная кнопка для включения и выключения лампы. Батарейка для работы не требуется. В комплект поставки входит сама лампа, подставка, адаптер переменного тока и руководство пользователя. Все друзья, пришедшие к вам в гости, будут очарованы таким зрелищем парящей в воздухе лампочки. Модем для авто.
Зачастую у всех имеется много гаджетов, и все они требуют интернет. Этот модем, который сможет раздавать Wi-Fi у вас в машине. Для этого в него нужно просто вставить сим-карту. Поддерживает модем как 3G сети, так и 4G. Такой модем очень удобен тем, что можно подключить и ноутбук, и планшет, и телефон к одному модему. Да и ваш телефон будет садиться намного медленнее, так как 3G и 4G частоты не так сильно разряжают телефон, как непосредственно использование мобильного интернета через телефон. Инвертор напряжения. Этот прибор предназначен для питания электроники, требующей для своей работы напряжения 220 вольт от бортовой сети транспорта или аккумулятора с напряжением 12 вольт. Применение инвертора является идеальным решением для питания электроприборов, не приспособленных для работы на борту транспорта. Такой небольшой инвертор много места не занимает, но позволяет заиметь розетку 220 где-нибудь на природе, чего достаточно для питания ноутбука, лампочки, паяльника и прочих небольших потребителей. Пинпоинтер – это мини-металлодетектор, позволяющий точно определить место залегания небольшого объекта на небольшой глубине. При тестировании на монетку начинает срабатывать на расстоянии от 4 см, но если поднести, например, к батарее, то начнет брать от 20 см. В комплекте имеется сам пинпоинтер, чехол на пояс, ремешок, пружинка и инструкция. Гаджет выполняет такие функции – вибрация, подсветка и звуковое оповещение при обнаружении металла. Чем ближе металл, тем пульсация происходит чаще. Пинпоинтер реагирует на все металлы. Батарейки в комплект не входят. А это у нас прибор для чистки ушей. В отличие от привычных всем ватных палочек, которые не только прочищают, а и наоборот, проталкивают серу глубже, образуя пробки, такой очиститель ушей очень прост в применении. Инструмент для чистки ушей вставляется в ушное отверстие и аккуратно проворачивается внутри уха. Кончик элемента – это силиконовая спираль. Во время ее прокручивания ушная сера удаляется легко и не повреждает уши. Конструкция прибора удобна и безопасна. Силиконовые насадки не травмируют ушную раковину. Роутер и Powerbank 2 в 1. Это интересные изобретения от фирмы Xiaomi. 4G Wi-Fi роутер и Powerbank 2 в 1. Таким образом, Powerbank способен обеспечивать не только восполнение автономности, а и высокоскоростной доступ в интернет для любого устройства, поддерживающего Wi-Fi соединение. В это устройство можно вставлять сим-карту для раздачи интернета. Powerbank на 10 000 мАч и поддерживает быструю зарядку. Еще одним удобством является то, что шнурок для зарядки прячется в сам Powerbank, и поэтому забыть его вам вряд ли удастся. Устройство поддерживает технологию быстрой зарядки QuickCharge 2.0. Батарея максимально эффективна и быстро заряжает девайсы, поддерживая 18 Вт вход и выход. Высокая мощность батареи дает устройству возможность работы в режиме ожидания около 65 часов. Моноколесо. Это транспортное средство, обеспечивающее свою работу с помощью системы гиростабилизации колеса. Как результат, моноколесо очень легкое и является самым компактным автотранспортом в мире. Его можно перевозить и хранить в любом месте, а много места оно точно не займет. Колесо представляет вам удобный и интересный опыт передвижения, давая странные чувства, как будто вы скользите по земле. Еще одно дикое устройство – это скейт-цикл. Скейт-цикл является скейтбордом нового поколения. Это два колеса, соединенные между собой алюминиевой перекладиной на шарнирах. Скейтер ставит свои ступни на подножки, закрепленные в каждой из колес. Управление осуществляется за счет поворота. Вес скейт-цикла около 3,5 кг. Он легко складывается, удобен в переноске, выдерживает нагрузку до 220 кг, изготовлен из прочного алюминиевого сплава, что позволяет выполнять сложные движения. Компактный краскопульт – это профессиональный распылитель краски, который играючи справится с любой малярной работой. Это новейший прибор для распыления краски, самое передовое изобретение в малярном деле за много лет. С ним каждому под силу профессионально нанести любое лакокрасочное покрытие. Изготовлен из сверхлегкого, сверхпрочного материала, он прослужит вам долгие годы. В переносном силовом модуле находится мотор мощностью 650 Вт. Этого достаточно для окраски самых больших площадей.
день. Просто нажмите на курок, и устройство нанесет необходимое количество краски на любую поверхность. Вы можете менять режим с вертикальной окраски на горизонтальную, а также можете выбрать режим точечной окраски, чтобы покрасить узкие участки, с которыми не справятся валики и кисти. За считанные минуты он покрасит любую поверхность, на что ушли бы часы работы с кистью и валиком. Аккумулятор Кронла с зарядкой через USB идеально подходит под все виды пинпоинтеров и других устройств. Вы значительно сэкономите на покупке одноразовых элементов питания. Аккумулятор заряжается от любого USB устройства, пауэрбанка, ноутбука, автомобильной зарядки, адаптера питания с телефона и других зарядок. Возможность перезарядки делает устройство фактически вечным в использовании и, соответственно, весьма выгодным. Во время заряда на аккумуляторе горит подсветка светодиода до полного заряда аккумулятора. Тип аккумулятора – литий-полимерный аккумулятор, вход микро-USB 5 вольт, выход 9 вольт, емкость батареи 800 мАч, время зарядки 1,5 часа, размер как у обычной кроны. А вот и конкурс. Победителя будет 2, и они получат по 500 рублей на счет мобильного телефона или на WebMoney. Условия всего 3, и они очень простые. Нужно быть подписанным на мой канал, подписаться на канал B2B China, ссылка самая первая в описании, и написать в комментариях, что вы заказали из Китая в последнее время или что хотите заказать. Розыгрыши я провожу в прямом эфире на стриме, так что нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить прямой эфир. Спасибо за просмотр видео, всем пока!